по земле у него в воде облегчается рез. За счет кислокожного жира. Вот видите, он, оно легко отпускается. На земле больше всего людей погибает не от тигров, и от него, а от бегемота. Потому что бегемот его, конечно, на земле, если он разгадан, довольно-таки быстро, несмотря на свой такой большой вес. Хорошо, может прыгать, даже, как ни странно, я видела в этой клетке, на уши, потому что они на лугах, которые рядом с водоемом, но в то же время он будет доходить до 30 километров вглубь от водоема, а к тому времени, когда поднимается солнце, устанавливается жара, они возвращаются к водоему. Отправляются бегемоты в воду, поэтому очень часто спрашиваю, почему такая вода? Потому что даже в реке, где находятся, вот в Ниле они живут, значит, вокруг, вот берег, есть почти в помете, потому что голос ходит, то есть с собой. Вот теперь давайте вопросы. Когда не в воде, у них голова. Легко даже может голова быть, а быть только уши, глаза нет. Под водой не так вот. Посмотрим, что его воздух, он вытекает. Я не знаю, купить это как вам родители, вот у вас руководители. Я, конечно, вам разрешал, это можно будет.